Приветствую всех зрителей на своем канале. Обзоры из магазина Син. Желаю приятного просмотра. Вот такая настольная лампа в стиле лофта. Сейчас по скидке стоит всего 400 рублей в черном цвете. Есть еще один вариант настольной лампы. Раньше ценник был 899 рублей. А там немножко цену я сначала не поняла, хотела увидеть. Но вот вроде разглядела. Стоит такая настольная лампа 500 рублей. Далее понравились мне вот такие бокалы, наверное, для вина, скорее всего, ценник 400 рублей. Очень симпатичная тарелочка, я так думаю, это детская посуда, стоит 499 рублей. И также из этой же серии кружка, ценник 500 рублей. Сейчас уже много товаров выставляют на Пасху, опять кролики кругом, вот такие деревянные стоят 299 рублей, мальчик и девочка. Искусственное декоративное растение, ценник 400 рублей, цветочки симпатичные. Вот кролики за 1500 рублей, просили меня их показать. Вот они тоже очень красивые, один кролик с морковкой, другой с корзиночкой. Салфетки на стол круглые, ценник 200 рублей, они здесь разного цвета, есть салатовые, желтые, очень нарядные. Заварочный чайник недорогой, 200 рублей. Настольная лампа 2000 рублей, симпатично смотрится, может быть, кому-то понравится. Далее за 700 рублей плед 130 на 160 сантиметров, очень мягенький, приятный на ощупь, светло-бежевого цвета. Белая ваза 600 рублей, красиво смотрится, сделана из керамики. И также есть еще вот такие вазочки в розовом цвете, тоже симпатичные на любой вкус. Маленькая вазочка тоже стоит 500 рублей, форма интересная, вот тоже ваза стильная, недорогая, цена 400 рублей за нее. И свеча-столбик за 250 рублей в цвет вазы. Вот эти свечи тоже очень красивые, они большие, там три фитилька. А симпатичный декор для дома, вазочка за 600 рублей. Рядом ваза стоит 300 рублей, и вот такие красивые искусственные цветы сюда поставили. Все очень хорошо между собой гармонирует. Одна веточка 300 рублей стоит. Рядом тоже мелкие цветочки, 200 рублей стоит веточка. Они продаются в розовом и в белом цвете. И красиво смотрятся вот в таких стеклянных вазах. И цена за вазу 1000 рублей. Очень необычная такая интересная форма у вазы. Далее идет за 1500 вот такая банкетка, снизу золото, а белая часть она сделана из бархата, красиво смотрится. Много искусственных цветов в продаже, вот такие веточки 200 рублей стоят, и рядом мне еще понравилась сирень, посмотрим, стоит 400 рублей, высота 60 сантиметров, тоже очень красиво и нарядно. За 400 рублей фотоальбом на 200 фотографий. И вот такой тоже декор для дома. Облачко стоит 400 рублей. Такая маленькая вазочка. За 300 рублей ваза 60 сантиметров. И также за 300 рублей красивые розовые цветы. В прошлом обзоре показывала вам веточки вербы, в синей я покупала, и вы знаете, настолько они выглядят по-настоящему, очень довольна покупкой, не жалею. Далее коврик для ванной комнаты, посмотрите, какая красотища, черного цвета, написано «Ты выглядишь отлично». И по качеству неплохой, тоже мне понравился. Следующий товар у нас стоит 799 рублей, сам ёршик черного цвета. Рядом дозатор для жидкого мыла, тоже в двух цветах и по цене 699 рублей. И обязательно сейчас посмотрим цену на стаканчик, раз начали смотреть, все, цена 499 рублей. Вазочки эти продаются по 400 рублей в черном и в таком бежевом цвете. Народу очень много, ну и товаров тоже, новинок значительно прибавилось. Еще одни дозаторы для жидкого мыла, такие рифленые, опять же в двух цветах.
Красивые полотенца по качеству 100% хлопок, цена 499 рублей, стоит розовое полотенце. Вот такой флакончик пшикалку, здесь увидела, 250 рублей стоит в таком темном цвете. А вот такой дозатор для жидкого мыла за 600 рублей в черном цвете, абсолютно одинаковый, я видела в магазине Leroy Merlin продается, но, как всегда, уже не знаю, сколько он там стоит, забыла. Для ванной комнаты и для туалета здесь в синей есть товары, к которым можно приглядеться. Вот и 799 рублей такой большой стакан, я не знаю, как правильно назвать, и ёршик сделан в золотом цвете. Контейнеры давайте посмотрим. Вот такой вариант 349 рублей, может быть, это называется правильно ланчбокс. И там есть несколько отделений. Есть еще и вот такой вариант, цена 350 рублей. Черные металлические банки для кофе, сахара, стоят 150 рублей с деревянной крышкой. За 250 рублей есть еще вот такие новогодние гирлянды, там такие маленькие человечки. И есть еще вот такие гирлянды, цены 299, 399, размеры разные, тоже из новогоднего товара остались еще вещи. И вот такая деревянная полка, ценник 500 рублей. Из новогодней коллекции вот две деревянных ложки за 200 рублей. Это, наверное, уже финальные скидки. И вот такая скалка, тоже из новогодней коллекции. Здесь елки у нас нарисованы, а цена на нее 300 рублей. Ну и на кухонные разные принадлежности также сейчас скидки. Увидела силиконовую форму, наверное, для пирога, стоит по акции 299 рублей. А далее у нас металлический такой контейнер, это хлебница, но без крышки, но крышка вот есть деревянная, 560 рублей. Увидела еще вот такую штуку, наверное, для мытья овощей, стоит она 149 рублей, ну, недорого. За 700 рублей увидела в продаже вот такой дозатор. Это для средства для мытья посуды, наверное, я так поняла. И можно рядом губку положить. Посмотрим, что еще есть интересного. Увидела вот такой тазик. Недавно я себе такой таз покупала в Глобусе. Но я брала большого размера, а здесь маленький тазик стоит 200 рублей. Прищепки 30 штук, 249 рублей разного цвета. В синем много вешалок. Вот эти вешалки интересные. Материал такой сделан под бархат. И стоят они 200 рублей. А есть разные расцветки, розовые и серые. Хороший по качеству преддверный коврик, 499 рублей. А такие коврики я видела и в Leroy Merlin продаются, но здесь тоже качество у него неплохое, достаточно большой. Вот этот коврик мне тоже понравился. Посмотрите, какие еще красивые свечи я увидела в продаже. Стоят они по акции сейчас 299 рублей. Заколки в сине всегда смотрю, можно найти интересные варианты. Вот такие крабики, две штуки, 249 рублей. И маленькие еще заколки понравились. За две штучки 199 рублей, два цвета. Еще набор крабиков, 4 штуки, золотые и серебряные, 250 рублей. Понравились мне еще вот такие очки, форма интересная, ну и очки недорогие. Решила примерить эти очки в примерные. Как вы считаете, подходит мне такая форма или нет? Пишите в комментариях. В прошлый раз, когда я была в сине, покупала все для дома. Вербу покупала, стаканчик тоже я вам показывала. Кстати, очень хороший, я теперь его постоянно с собой беру. Ну а в этот раз также не ушла без покупок. Купила я себе еще и вот такие классные кроссовки. Стоили они 2,5 тысячи рублей, и мне еще сделали скидку минус 300 рублей, что очень, конечно, приятно. Кроссовки эти очень комфортные и удобные, но они маломерят. У меня 39-40 размер, а эти кроссовки я уже брала 41 размер, и они мне вот как раз.
брала на лето, на весну. Комфортно себя нога чувствует. Посмотрите, какая красотища. Покупкой этой, конечно, я очень довольна. Также есть и другие модели белых кроссовок. Вот, кстати, меня спрашивали именно про белые кроссовки, где можно найти неплохие варианты. Вот, можете заглянуть в магазин Sin и присмотреть для себя что-то интересное. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся с вами скоро. Пока!